стартовали началась установка памятника князю Ярославу. Об этом в социальных сетях сообщили городские власти. Вылитый из бронзы памятник крестителю Карелов установят на гранитный постамент на улице Чкалова. Сейчас ведется установка и монтаж. По проекту Ярослав Всеволодович держит в руке православный крест – символ его вклада в крещение Карелов. Рядом с ним сын, будущий великий князь Александр Невский. В руках у него шлем отца. Открытие планируют приурочить к 800-летию крещения Карелов, которое отметят в 2027 году.